А тем временем количество правоохранительных органов в Украине растет. Уже в конце этого года должны появиться антикоррупционные суды и Государственное бюро расследований. Чем будет заниматься украинское ФБР? Станет ли борьба с высокопоставленными преступниками эффективнее? И главное, есть ли шансы, что ГБР таки заработает? Обо всем Ярослав Кречка. Перестрелка в Княжичах, дело торнадо, события на Майдане. Потенциально все подобные дела – прерогатива Государственного бюро расследований. Преступления, совершенные топ-чиновниками, военными, судьями, полицейскими и прокурорами. Это надпотужный прокурорный орган. По сути, ГБР задумано как центральный орган следствия в стране. И заработать он должен не позднее 20 ноября этого года. В будущем у прокуратуры не будет громких дел. Останется лишь поддержка обвинения в суде. А Госбюро полностью возьмет на себя функцию досудебного расследования. Правда, уже год как новый орган создан лишь на бумаге. Нет не то что центрального офиса, даже конкурс на должность директора и заместителей за полгода так и не завершился. Йде процес, в якому задіяні олігархічні, політичні групи впливу, які хотіли би бачити там залежно від них особу. Наразі всі 19 осіб тим чи іншим чином пов'язані або з однією, або з іншою політичною силою. Більше того, вони всі є представниками старої системи. Це прокуратура, це СБУ, це Нацполіція або колишня міліція. Из 19 претендентов многие эксперты и некоторые нардепы выделяют трех фаворитов. Ольгу Варченко, руководителя управления одного из департаментов Генпрокуратуры, Алексея Горощенкова, сотрудника администрации президента и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Ну, Матіос тут, скоріше за все, просто виконує роль такого громовідводу, на який буде весь негатив іти, а пройдуть два оцих. Вангування тих чи інших народних депутатів – це велика фаховість про те, чого вони не знають. Я не в забігу, і не на скачках, і не на іподромі. Я здаю, згідно всіх конкурсних вимог, те, що належить за законом. От той, хто здасть, тоді буде суб'єктивне чи об'єктивне решение комиссии. Матиос пока единственный, кто прошел спецпроверку. То есть у чиновников других ведомств к автобиографии и декларации военного прокурора вопросов нет. По остальным кандидатам, уверяют в конкурсной комиссии, ждут вердикт фискальной службы. На сьогоднішній час, от на момент, на тепер, в мене немає відчуття якоїсь заангажованості, необ'єктивності або, ну скажімо, односторонності процесу. На очереди у претендентов тест на полиграфе, но до сих пор Минздрав не разработал, а Кабмин не утвердил порядок его прохождения. Документ ожидают в ближайшие недели, затем финальные собеседования. Я бы не рискнула говорить апрель, но где-то вот май, ну, учитывая то, как у нас движутся процессы, наверное, реально говорить уже. Но это не запуск ДБР, это формально комиссия определяется с кандидатури, яку вона передає на Кабінет міністрів. Уже березень, і враховуючи ту кількість людей, які там має бути, приміщення, матеріальні потреби, проблеми, враховуючи складний стан взагалі в державі. Я чесно, в мене є великі сумніви, що ДБР може запрацювати с 1 сентября 2018 года. Процедуру, по которой с прошлого лета выбирают директора, должны пройти еще как минимум 100 сотрудников Госбюро, а в целом их будет 1500. Позволяет ли законодательство, которое принято по ДБР, как оно прописано, как бы нынешняя вообще система, структура правоохранительных органов, распределение между ними функций, уровень сотрудничества между ними, позволяет ли он эффективно запустить еще один новый орган? Мне кажется, что нет. Статьи, подследственные НАБУ и ГБР, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, четко разграничены. Первое занимается только коррупцией в высших эшелонах власти. Второе – всеми преступлениями топ-чиновников, кроме коррупции. Правда, есть одно исключение. Именно Госбюро уполномочено расследовать дела против сотрудников САП и НАБУ. Главное, чтобы борьба с коррупцией не превратилась в борьбу за полномочия. Міжвідомча боротьба між правоохоронними органами, тобто, ну, завжди так було. Ніхто не хоче ділитися повноваженнями, ніхто не хоче з правоохоронних органів ділитися інформацією. Тому що це ефективність, тому що це важливість. Головне було, щоб було бажання досягти результату, а не сваритися і не перетягувати цю ковдру підслідності на себе. І не піаритися згодом на всіх телеканалах про те, що черговий хабарник затриманий, а що далі невідомо. Пока даже с конкурсом на пост директора ГБР не все гладко. Суд теоретически может его отменить, якобы из-за отсутствия юридического образования у двух членов комиссии. Даже если этого не случится, ожидать в ближайшее время запуск бюро не приходится. Поэтому функция следствия останется у прокуратуры еще на неопределенный срок. Ярослав Кречка, Евгений Каминский, Павел Лысенко, Мариана Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер.